А сегодня из нашего окна вот такая панорама видна. Сим-Сим, откройся. Тут Ирочка сама с собой разговаривает. Пока-пока. Сегодня у нас завтрак не только в самом красивом месте мира, но и очень-очень вкусный. Знаменитый швейцарский бирхер мюсли, сделанный в этом доме. Йогурт. Ну, в общем, мы довольны. Мы довольны. А сыр, конечно же, куда же без швейцарского сыра. Веронике выдали булочки без глютена. Вообще тут за ней смотрят. Градусов. Стою на вершине. Думаю, здесь высота где-то 3200. Делюсь с вами прекрасным местом. Третий день нашего похода. Туристы понаехали. Идем дальше. Вернее, едем на Гуччи сумки. На Гуччи сумки вниз. На Гуччи сумки. Верфарами до Гуччи Таши. Гуччи Таши. Вероника, ты согласна проехаться на Гуччи сумки? Гуччи сумки у меня нет, но проехаться на ней согласна. Тогда вперед. Гуччи сумка ждет. В лавку заглянуть не успели. So viele Leute. Вот и Гуччи сумка. Сегодня ожидает после 13 августа
Ледник, у подножия которого мы сегодня ночевали, называется Перс. По-моему, это в переводе означает потерянный. Что можно пожевать? Кройтергартен. Пожевать. Зелень растет. Лимонная трава, тимьян. Тимьян. Нет у нас новых фотографий. Так, Ирочка пасется. Видимо, тоже не доела во время завтрака. Значит, мята, шалфей, тимьян, вот сальбай. А вот это, по-моему, это тоже душица. Тимьян такой. Тимьян? Ну, или душица и тимьян – это разные вещи? Это разные. А вот и следующие эдельвейсы. Муха. Муха, уйди с эдельвейсов. И немножко лаванды. И клубничка горная. Зашли в сосновый лес. Ароматы, жаль, камера не передает. Со времен Второй мировой войны каменная защита от танков. А я думала, что это швейцарский Стоунхендж. Часто в Швейцарии вы можете увидеть подобные домики, и вы думаете, о, это чей-то дом для каникул. Это скрытый, завуалированный вход в военный бункер. Наш огонек покатился. У нас здесь блогер на блогере и блогером погоняет. Настоящая ванна Венеры. А Ирочка с Вернером уже убежала. Оставить это на другой раз. Друзья, идем по средневековой Бернино дороге. Возможно, вот по таким вот булыжникам ехали кареты и шли кони из Италии в Швейцарию и обратно. Вот где, наверное, изрядно трясло. А теперь по средневековой тропе вот такие двухколесные кони передвигаются.
Идем мы по лесу. Тропа, конечно, облагоражена. Все сделано так, чтобы ничего не случилось. Удобно. Мостики. И открывается, конечно же, неописуемые панорамы. О! Ира знает, как это делается. О, специалист. Специалист. Так, переведи, Леночка, я не помню. Это яблочное вино из бочки, но оно безалкогольное. На обед салат у Ирочки с французским соусом. Цезарь салат. Тот же салат с итальянским соусом. Как в кино. Сидим, а тут все время картинки меняются. Здесь можно посмотреть, как делают сыр. На каждом шагу встречаются оборудованные места для пикника. У водички вот маленькое озеро. Тут же и дрова. Берите и делайте ваш гриль. Очередное место для гриля. Но желающих пока что маловато. Община привезла машину дров. Пожалуйста, грильте. Это соседская гостиница. А вот и наш отель, то бишь хостел для молодежи. Молодежь. Мы сейчас. Jugendliche angekommen. Вероника нашла неплохой ресторанчик. Как здесь кормят, мы узнаем с минуты на минуту. Нам по дороге попалась пиццерия. Это было самое ближнее к нашему хотелю.
И мы решили с Ирочкой на двоих взять одну пиццу и один салат. Вот такие мы скромницы. О, Вероникина пены несут. А вот в пиццерии предлагают московскую водку. Рюмка за 11 евро. Уютно заканчивается третий день нашего похода. Мы очень вкусно поужинали и постепенно передвигаемся в сторону кроватки, которая находится в молодежном хостеле. И ночуем мы в прекрасном местечке под названием Понтресина. Сегодня и завтра.